продолжении транспортной темы. Как выборы, так мы люди, и нас много, а после них мы пустое место. Так говорили о себе возмущенные жители войсковой части поселка Меркульево. В начале июля здесь отменили маршрутки, которые связывали транспортным сообщением населенный пункт и Брянск. С воинской части. Это еду в Брянск. И это последняя маршрутка, которая сегодня пойдет в Брянск? Да, по-видимому, последняя. Другую уже отменили. Нина Алексеевна, как и 500 жителей воинской части Меркульева, на нервах. Раньше хоть каждый час уезжай. На 114-м маршруте бегали Форд и Фиат. А сейчас еще подгадать надо, доедет до дома или нет. В расписании остался автобус, последний из Брянска в 18:10. У Нины Ермолик внучка учится в путевке. Если маршрутки нет, пятиклашки едут с пересадками. Смотрите, сколько детей здесь. Дети у нас ездят, вот они четырехлетку у нас здесь, четыре класса заканчивают они, и едут кто в Мичуринский, кто в Теменьче, кто в город. Дети ездят. Представляете, дети вот стоят зимой, по два часа где-то там на дороге. Приехали, родители волнуются. Во-вторых, в больницу едут люди, правильно, пересесть надо где-то. До Меркульева от Брянска минут 20 по Смоленской трассе. Налево с дороги 6 деревень. Теменичи, Покровская, Колтово, Трубчина, Меркульева. Только здесь, в пятиэтажках, больше полутысячи человек. Новое начальство автоколонны провело свой мониторинг. Автобус нерентабельный, мол, ездят на нем мало. Виноватых нашли сразу. Маршрутки. Директор автоколонны ничего лучшего не нашел. Конечно, в автобусе сейчас меньше ездит людей, чем раньше. Люди больше. Я сама льготник, но лучше не беру даже льготный билет. Во-первых, автобусы, конечно, свои внутренние ездеры автоколонны не ищут. Вот сейчас у нас получилось, допустим, стала одна маршрутка ходить. Люди реально рассказывают. Берут на проходящий автобус, допустим, на Жирятинский. Вот женщина мне рассказывает, ну, что она едет до Меркульевского поворота, берет билет на автовокзале, пытается взять. А ей говорят, у нас там нет остановки. Берите билет до Глинищева или до Жирятина. То есть они сами создают вот такой прецедент. Заходить сюда они не хотят. Мы в Колтово добивались сколько, чтобы заходили к нам. Иначе ходи вот этот километр. Хоть дождь, хоть снег. Светлана Шломина на работу ездит в Брянск. До июля маршрутки ходили каждый час. Сейчас только автобус, на который все работающие не успевают. Раз в два часа теперь я могу уехать. То есть если я, например, закончила работу, я не успеваю на тот рейс, который, как бы, на который я раньше успевала, который ходил по расписанию. Мне приходится ждать два часа. Следующую маршрутку или автобус, чтобы добраться до дома. Ну и маршрутка, и автобус ходят с автовокзала. Они ходят с автовокзала, да, но у нас такая проблема, что у нас автобус к нам не заходит в деревню. Нам приходится идти по лесу, грубо говоря, зимой по нечищенной дороге, нам приходится идти 1,5 километра. С жалобами на транспортное сообщение вышло много жителей микрорайона. До Глинищева отсюда 5 километров. Доехать целая проблема. А ведь Брянскую районную администрацию принесли именно туда. Да и райбольница тоже в Глинищево. Добраться до трассы сначала, там постоять, если это утром, то получается так, что маршрутка Глинищевская, если она ушла раньше нашего автобуса, водитель, кто-то быстрее, кто-то медленнее едет. Если больше пассажиров в Колтово или в Меркульеве, конечно, автобус простоял дольше на остановке, маршрутка ушла. И потом получается так, что очень большой перерыв, и на трассе можно простоять 45 минут. Чтобы уехать в Глинищевскую больницу. Люди собрали подписи, направили письма в департамент по промышленности и транспорту в правительство Брянской области. Заручились поддержкой маршрутчиков. Мол, те согласны, даже возить льготников. Только оставьте мобильный транспорт. Ответ официально будет через 30 дней. Неофициальный ответ нам сказали, что маршрутки у вас не будет. Вас возить тут некого. Сейчас, например, явно реально сказали в департаменте. Да, руководители уже побыли у Кобызева. То есть нам ответ еще 30-го только будет. Они побыли у Кобызева и убедили. В этих деревнях некого возить. Хотя каждый год нас перед выборами мониторят. Придите, обеспечьте явку. А мы, оказывается, вот для того, чтобы нас транспортом возили, нас, оказывается, почти нет. Мы вернемся к этой теме после комментария Станислава Дятлова или его заместителя Андрея Соболева. По закону маршруты для обслуживания выделяются на аукционе. Техническое задание готовит исполнительная власть. Услуга людям нужна. Они и возмущаются, почему, мол, нас не спросили. А теперь ждут ответа и боятся. А вдруг напишут, как отрежут. Мария Сергеенко, Анатолий Чекрыгин, телеканал РЕН-ТВ Брянск.